Масла вообще нету. Вот поэтому двигатель и заклинил. Вкладыши провернулись. И был конкретный скрежет, но его сейчас нету. Видимо, двигатель холодный и все там сжалось на несколько микрон. Слышно какой-то конкретный скрип. В прошлый раз, когда мы на нем застряли, из мотора дым выходил, блин. В смысле, вот прямо отсюда. Останавливается мгновенно. Наверное, нужно будет его завести и просто убить его, то есть добить до конца.